Руководитель общественного совета Великоустюгского района Наталья Угловская рассказала об опыте взаимодействия совета с органами местного самоуправления и молодежным парламентом. Напомним, новый состав общественного совета района в количестве 16 человек был утвержден в ноябре прошлого года. В его составе руководители предприятий, почетные граждане и заслуженные люди района, лидеры профсоюзного движения и ведущих отраслей. При совете работают 5 комиссий. Большое внимание уделяется социальному партнерству. Почему нам это удобно, почему это нам выгодно? Потому что любые проблемы, которые возникают, наболевшие проблемы, возникающие в обществе, нам в результате вот этого взаимодействия нам удается решать оперативно и без каких-то там проволочек. В заседании приняли участие представители общественных советов Нюксинского и Тарнакского районов. Как отметили на совещании, общественная палата и советы – это своеобразный механизм взаимодействия между органами государственной власти и населением. Обращения, связанные с работой коммунальщика, ЖКХ, то есть самые такие наболевшие вопросы. Иногда думают, что надо бы обязательно такие вопросы рассмотреть, что весь мир стоял и аплодировал, что молодцы, какие кроватные вопросы взяли. А иногда просто заниматься надо вопросами, которые люди, наши сограждане, ежедневно сталкиваются с этими проблемами. В состоянии помочь, значит, мы молодцы, мы хорошо работали. Не в состоянии помочь, значит, надо сделать так, чтобы в дальнейшем хотя бы можно было помочь. Подводя итоги встречи, участники определили основные задачи дальнейшей работы, среди которых доступность для населения, публикация материалов о проведенных мероприятиях на всех доступных интернет-площадках, а также установление дальнейших межрайонных связей.